Да. Этот раз, друзья, Андрей не сильно спешит и не сжег поросенка. А то, когда резали свиноматку, писали, сожгли всю шкуру, сжег поросенка. Андрей, что ты скажешь? Все нормально. Продалось? Да. Самое главное, продалось. Этот поросенок небольшой, 130 вырезка пипильки. А, так вчера вроде бы и не кормила, а все равно. Да. Барабашку надуло. Я им вчера и травы не давал. Также у нас спрашивают за кишки. Колбаски делаем мы или нет? Делаем, но редко. Мяса не хватает, да, на колбаски. Вообще желудок забираем, и кишки, кому надо, приходят, забирают.
Только внутрянки. Дюрок и Петрен. Так, жир вырезку забираем. Так. Ножки берет, ножка. А не вот сюда отдельно. Вот так, раз, два. Внутренний жир. Я думал, куда? Туда. Давай, принеси тряпочку, он на дереве висит. На масала. Масала обычно маленькая. У нас не сами. Также, друзья, кому надо, номер под видео или в комментариях Андрея, услуги забойщика. Приехал, разрезал, зарезал, разделал, уехал. Мы находимся в Харьковской области, ПГТ «Новая водолага». Обращайтесь. Также тушу, кому надо, на 2-3 семьи взяли, позвонили, заказали, мы заделали, приехали, забрали. По ценовой политике звонить будем уточнять. Андрей сейчас стал более свободней, время у него появилось. Ну да, обычно. Ну вообще получается сальцо есть. 3 сантиметра. Thank you.
Костяшечки. Так, забрать вот так. Давай. Опа. Наверное. Хвостик на борщ. Макота. И галяшка у нас. Тоже трамбируется молодого расхода вообще.
крышку сразу туда, наверное.